Спасибо Роту за его тренировки. Все эти бесконечные походы и мучительные восхождения. Он как будто готовил меня к чему-то подобному. Теперь совершенно ясно, что здесь живут люди. Их целая организация. Они убивают вновь прибывших на остров, некоторых принимают к себе. Но зачем? Похоже, это какая-то секта. Но чему они поклоняются? Чего хотят? Что ищут? Конец тебя!
солдатский ли... Сентября. Вперед. Башня должна усиливать сигнал передатчика. Есть. Теперь найди аварийный радиоканал и добейся четкого сигнала на своей рации. Потом передавай. Эй! Мы здесь все держим за тебя кулаки. Спасибо. Thank you.
Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй! Это Лара Крофт с Эндьюранс. Нас выбросило на остров в треугольнике дракона. Нам нужна помощь и медикаменты. Пожалуйста, ответьте. Ну же, давай, давай. Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй! Это Лара Крофт с Эндьюранс. На связи борт N-117A. Мы начали поиски, как только получили сигнал бедствия. Уже не надеялись. Мы тоже. Мы примерно знаем, где вы, но нужен визуальный сигнал. Я что-нибудь придумаю. Курс на вас, конец связи. Лара Крофт, ты моя героиня! Эй, даже Рейс улыбнулась, представляешь? Так, нужен сигнал. Чтобы такое поджечь. Но я справлюсь. Это был спуск. Топливные баки. Это мне и нужно. Thank you.
ничего не понимаю. Над головой абсолютно чистое ясное небо, и вдруг налетает буря и сбивает самолет. Это невозможно. Ты знаешь, что такое невозможно, Лара? Но этому должно быть объяснение. Всему всегда есть свое объяснение. Лара, что случилось? Буря возникла просто ниоткуда. Тучи просто окружили самолет. Лара, послушай, я видел катастрофу. Значит, ты где-то рядом. Возвращайся ко мне. Да. Уже иду. Ты сюда! Все сюда! Позиции! Стреляю! Путь наверх. Хорошее место, чтобы зацепиться. Thank you.
Я рада, что ты на ногах. Я тоже, девочка. Не понимаю, все было в порядке, и вдруг налетела буря. Просто ниоткуда. Ты ни в чем не виновата. Это я их вызвала, Рот. Эй, мы найдем другой способ. Эй, Мэйдэй, Мэйдэй, говорит второй пилот. Еще один пилот. М-177А, Джессоп. Прием, прием, вы меня слышите? Я сильно пострадал при приземлении, мне срочно нужна помощь. Капитан Джессоп, вы меня слышите? Я подал дымовой сигнал, ответьте. Черт, он меня не слышит. Нужно идти к нему. Нет. Вон его сигнал. У нас своих забот хватает. Мы должны собраться, когда найдется Сэмми. Я не могу бросить его одного. Я должна идти к нему. Иногда нужно чем-то пожертвовать, Лара. Ты не можешь спасти всех. Я прекрасно знаю, что такое жертва. Нет. Что такое потеря? Ты знаешь, жертва — это твой выбор. Потеря — это выбор за тебя. Я не могу выбрать для него смерть, Конрад. Но у нас приказ. Я спущусь вниз к остальным, а ты следи за развалинами. Ладно, я так и сделаю. Кто-нибудь на связи? Рот! Я здесь, Рэй. Что там у вас? Мы шли по чьим-то следам и добрались до города. А вот ступка с пестиком. Рот, это странное место. Чем они здесь занимаются? Не знаю. Да и знать не хочу. Вы нашли Сэмми и Утмана? Пока нет. Лара с тобой? Да. Скоро мы начнем спускаться с горы, чтобы встретиться с вами. Ладно, мы попробуем подойти ближе. Будь на связи. Сигнал. Идем, пора возвращаться. Заткнись, дай мне закончить. Thank you.
это применяли в японском траволечении, канпо. Я разговаривал с жителем. Сейчас никак. Время покинуть. Надо туда добраться. Thank you.
Где он? Рот рассказал про самолет. Не волнуйся, найдем другой способ выбраться отсюда, правда? Надеюсь. Что там с Эмми? Ее следы ведут в древний японский дворец. Мне это не нравится. Не волнуйся, может, она просто зашла туда посмотреть. Ты ужасный лжец, Алекс. Тебе нужно что-то с этим делать. Удачи. Эти развалины еще до курганного периода. Паломничество. Императрица Пимика. Предсказуемо. Убить ее! Это они! Гоните Леони! Чимадзуры не отберу! Thank you.
Надеюсь, не совсем заржавело. Гробницы. Императрица Солнца и ее штормовые стражи. Пимика, первая императрица Солнца. Это Яматай. Это действительно ты? Вернее, твои останки. Невероятно. Это похоже на какой-то обряд. Обряд жертвоприношения. Ужасно. Но почему женщин сжигали? Очищение и восхождение. Вот что это. Это тот самый монастырь? Она льет воду. Зачем? А вот и ты, императрица. Это не вода. Это ритуал передачи власти. Обряд вознесения. Так ты выбирала себе наследницу. Ванда! Черт, нет! Сядь ее! Ты умрешь! Убью! Пошли! Уже иду! О!